Выход есть! Выход есть! Выход есть! Выход есть! Ага, come on! Ты пикнул мейн роль, ты в своей тиме лидер. Но снова попадаются в команду нубы фидеры. Винда сливает лайн, Урса бродит по лесам. Из-за своей команды ты вновь страдаешь сам. Выход есть, не стоит сдаваться. На буст ММР помогут подняться. Сыграют калибровку и отнут тебе звание. Заходи к нам, ссылка в описании. Привет, парни, сегодня Гримстрок. Гримстрок на мейне. Для многих это, наверное, будет интересно. Попался, я понимаю, так против Eternal Envy, если так посмотреть. Давайте поищем, поговорим строку. Eternal Envy, значит, против меня, за меня Team Spirit Skitter. Ну, и, наверное, это все, что тут есть. Ну, то есть, неплохая игра. Я сейчас на мейне вообще на Гримстроке просто уничтожаю. Так, посмотреть по играм, я все побеждаю на нем. У меня на нем 23-4. У меня в квартире темно, поэтому буду без вебки, в этом мало смысла. Ну, а мы поедем. Будет мало объяснений, будет много игры, пота. Просто многие спрашивают, не запишешь на мейне, потому что я потею, стараюсь. Поэтому, наверное, не будет много разговоров. И если вы вдруг хотите посидеть, покушать под игру, то у вас это, скорее всего, не получится. Тут больше людей, которые любят смотреть за скиллом, нежели за моими разговорами. Ну ладно, поехали. Первым новеле всегда качаю Inkswell. Один из самых сильных скиллов на старте. Но сейчас у него же по нерфе, он все равно так же силен. С Лордаром в комбинации мы должны линию Вен его уничтожить в салат. Если что, мне холодновато, руки дрожат, но это такое. Обожаю смех этого героя, он великолепен. Сейчас вар сломает БХ. Всегда ломает, сколько не ставили. В любом случае, похер. Слота хороший пик под меня. Поехали. Так, сделаем. Интересно, он центр поставил уже или нет? И будет ли драка на руне? Баха в топе, окей. He gets money, you don't lose. That's what happened. Окей. На проб подблочить его. Не, МС намного больше. У меня МС меньше с вайндленсом, когда он без вайндленса бежит. Ладно, мы забрали две руны, три руны, хорошо. На линии должно быть легко. Мага не особо хороший герой против моего, поэтому тут нужно будет стараться подпуливать еще. Ты стол мой мани. Где он? Вот он, топорик купил. Ну это похер. Я знаю, что если пару раз убить, он разобьет себя айтемы, поэтому можно просто по агрессивнее поиграть. Хороший выбор иллюзий на первом левеле, на самом деле. Хорошо. Почему хороший? Потому что именно иллюзии позволят ему ломать пиявку, если вдруг я ее кину. Отлично. Курса сайленсера супер юзлесс на линии, плюс сайленсер может умирать. Иллюзии практически ничего не стоят, поэтому нужно быть внимательным. Пойду помешаю за пули чела, значит по-любому будет пули сразу же. Так вот, побью его немножко. Что могу себе позволить это. Вообще, помешали запулить, фласк у меня есть, у него регена не так много. Курица едет к Кену, я так подозреваю, можно убить попробовать, если она к нему едет, не к нему. Чисто немножко подворовали, больно, лол. В каждой иллюзии шанс проходит третьего скилла, правильно? Я просто первый раз против ноги вообще играю. Будь поосторожнее. Иллюзии можно фармить, 4 золота, что ничто, денежки лишние. На линии их пока что не убить, просто потому что линия очень пассивная. Они именно не дерутся с нами. Они дают нам полный фрифарм, и я не могу ничего за это сделать. Я пытаюсь мешать пулить, потому что это единственный их вариант как-то на линии на этой стоять. Он стакнул, я там запулил. Сделал динарный пул, поэтому нет смысла переживать.
Согласен. Танчо крипов. Отлично. Он сделал одинарный пул, поэтому сейчас линия просто запушится. Отлично. Пытается меня поймать, но при этом я сейчас пойду и замечу руну, заберу руну. С руной можно линию поспать. Да, у меня немножко по левелу проигрываю, но я мешаю полностью пулить. Из-за этого слабдаун на линии себя довольно хорошо должен чувствовать. Хотя, судя по тому, как играет Энви, довольно-таки больновато ему. Не люблю линию, которую я не могу убивать миллион раз. Ну тут типа тяжело убить, потому что слишком пассивно. Слишком пассивная линия. Какую же мерзкую ногу, блин. Отлично. Так, ну эта линия, я, наверное, не буду брать пиявку, просто потому что профит не первым скиллом. Хотя, не, я возьму пиявку. Пиявка всегда хорошо. Уже мешает. Типа эти иллюзии, они прям очень мешают. Он просто нажимает мне иллюзии, и ты ничего не можешь им ответить. Надо их харасить, но типа это мало смысла. Как же много их потеряю, господи. Типа это очень больно. Я не знаю просто, как убить на этой линии, они вечно фуловые. Вообще обычно ты бьешь противником, он проседает по хп, а тут типа очень сложно пробить. Братан, четвертый левел. У нас миллион крипов. Не стоит это делать. Ну, с иллюзией. Че, я не могу похарасить даже как на линии. Еще не пробить его. Че это такое? А вот мустан двойка. Пробую так. Че это постану? Че только баш будет. Отлично. Так, вот соло. Отлично. Покупаем, получается, сапог, покупаем стик. И после этого мы пытаемся зарашить себе два... Так, покупаем пару каларити. Я куплю манго еще и рашен транквила. Все хорошо. У тебя рубик соломит. Вообще не люблю это дело, но он вроде выигрывает линию. Странно, что инвизавр шмотки не разбил. Да ладно, баш еще не настакан. Надо руну постараться забрать. Стал у меня двойка, поэтому остальную сторону можно поразбить лицо. I might need help on rune. Ты иллюзию мне отправил. Go for rune. Fine, good death. Добро. Нормально, я сбил фласку, теперь не сможет стоять на линии. Плюс он должен будет ТП делать. Хотя он может реген тут найти. Он, наверное, на базе ТП просто сделал. Реген он не нашел никакой, поэтому... Он должен просто уйти на базу, нет фласки. Я его пью шайн. Do you want your shine, Rubik? No, no. Окей, найс. Да, пойду. То есть я, по сути, выбил фласку, забрал руну, почти убил. Даже не обязательно было убивать, я просто выбил фласку. У меня слардер на фрифарме. Я на фрифарме, у меня хороший левел. Мы убили один раз их кэрри. Ну, типа, все неплохо. Поэтому все хорошо. Надо продолжать. We can harass him a bit. Many am. Отлично. Так, он уже никак был крипан. Не испортит. Отлично. Чё жирный. Это на силу, эти иллюзии мощные. Блин, а вот посмотрите в реплей на самом деле. Может, я что-то новому для себя научусь и буду тоже такой нагой играть. Потому что нага на самом деле начинает посмотреть, как эту иллюзию бить. Она идет просто с тобой, да, с щитком. Ты ничего ответить не можешь, она просто убьет. Что я должен делать? Плюс они лес довольно-таки быстро должен быть фармить. Даже он плохо играет, наверное, типа очень плохо. We'll play, guys. We can come meet right now with you. Right? I have stun cooldown. What the fuck? What the fuck? Что? И как это работает? Yeah, I'm gonna TP bottom, guys. Go push. I have meta free. Go, go, go. There's no TP on this guy. Kill him, go kill him. There's creep, I don't want to show. This is not real.
Nice. You want to buy Urn Oracle? Depending on you. You want it? I'm not sure. I join me too now. Wait, let me start, please. I have no mana, so yeah. I'm basically used. Тоже напасть. Нормально, ничего страшного. Надо купить грязный стик сейчас. Этот сбор, кстати, есть в стиме, можете найти. Хороший вар. Топ из Гуджин. We can kill him. Yeah, if you go up for him, I'm... Fuck. Get out, you get out. You die, yet your failure. Хорош, много времени выиграл. Да я вижу на виге. But it's fine. Быстрее люди фармятся на самом деле. I've been so many time. Can you lift him? Oh, I think we just go on him, but... Мог просто за ним бежать, мы его убили. Да ладно. Мог просто бежать за ним, и мы бы убили. Ну ладно, я куплю урну, наверное. Я куплю урну. Они бегают впятером, поэтому хзы. Пойти на бот, убивать с лордаром. Нет, именно в топе нужно с ним стоять. Я думаю, просто лордара играю, потому что пугна легко умирает Магнус. Такая, знаете, игра не особо приятная, потому что меня просто на линии задержали, они не стали со мной драться. Ну ладно, поехали все равно. He plays sops here. Сам сломаю. Yeah, I want to finish my level 6 top. Я сказал, что хочу закончить мой 6 уровень, потом уже пойти перемещаться, потому что тяжело пока что. Книжку я брать не хочу, Оракл, она ему важнее будет, он тоже маленький левел. А вот я могу в соло там просто стоять, поубивать. I'm going for bounties, DB, you're alone. Да, я пойду тоже за bounties. Let's get bounty bottom too. Так, у меня есть центр, центру я сломаю. My TP is cooldown, I don't want to come. Нормально, ничего страшного. Have we fucked them everywhere else? Normal that storm down. Стан в этой игре нет смысла брать на самом деле. Хотя, он всегда полезен, он всегда полезен. Что бы я ни говорил, стан всегда хорош. I think that's fine. Just wait for next methods and we can fight as 5 heroes. We are all farming here. Oh, that is you too good. Your failure lives on. Кстати, чтобы мне дали четверку на этом рейтинге среднем, я сказал, что я бы еще обманул, да. Но при этом я очень хочу играть на гриме, у меня типа на нем великолепный винрейт. Потому что так будет правильно. Не знаю, да, тут есть смысл взять ультимейт рано. Наверное, да. Просто в этой игре ультимейт очень хорош. Замедляет двух противников, которые вечно ходят. There is, no. I pray wasted. Смотри, позаблочили. Хорошо. Минус РП. Ты тот самый Магнус четверка. У меня полезный, на мой взгляд. В этой игре, наверное, я хочу при себе иметь это даст. Что хочу иметь помимо даста? Ну, типа, мне нужен полемик очень сильно в этой игре. Ветку Че. Террорблайда. Где там ветку Террорблайда? Он откормленный, сука. Откормленный, жирный. Я мог пробовать сало ему, да ладно.
Хорошо. Не могу так просто делать ТП. Угу. Центр нет, есть. Got him. 2.5. Bingo. Эй, дас. Нифига. Вот это мы убить, но отлично. Так, реально там нет. Я в треке. Надеюсь, ты ближе к команде, пока я в треке. Какая неприятная игра, меня просто доджит, куда я не пойду, они просто убегают от меня. My dust is wasted. Куда бы я ни пошел, они просто бегают от меня. Потом, когда у них будет левел больше, они просто пойдут и будут со мной драться. Не люблю такие игры очень сильно. Do you guys see all these towers gone? If you're gonna fucking someone buy matters or fucking some useful item, I'm gonna get fucking mad. I didn't kill already, mate. Real? Because every time I play like this and I give some fucking pop players some advantage, they're gonna fucking waste it and think I'm gonna carry them the whole game. You're not gonna carry us the whole game? Now is no point to be mad. Everything is cool. You see this slaughter? This guy knows. You know, he's a god of Dota. You see him? Не хочу с топа уходить. Сами идите, парни. Call rush, call rush. Come with slaughter, I need you for rush. Держу в топе стоит. Не, нет смысла к ним идти. Типа любая драка и без меня хорошо идет. Парни, стоп. Wait for meta. Can we be here, guys? Come. Много крипов, я не могу просто к ним пойти. Нужно сначала бить крипов, потом пойти к ним. О, ты бис. Сука, больно, алло, что это? If only one fight top is TP, I can use my first skill. I mean second and ulti. He can TP out. If you come. Am I dead? Am I dead? Am I dead? Am I dead? You won't fight top? Sorry, sir. I was DC. I couldn't help you. Так, минус глобал. Go away, guys. Go away. Ну, отойти еще подальше, и там уже подраться. Минус фардар уже. Явку двойку возьму, чтобы проще было с ультимейта начинать. Yo, we can help, we can help, we can help. Yes, 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 yes. Go, 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 go. Can you go? Yes, 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 yes. Let's help go him. More. Ready, help me? Good job. Мне это проебано, правда, ну да ладно. Уже мало делаю, но типа я не могу больше делать, они просто бегают от меня. Я просто бегу туда, где меня нет. Поэтому я вынужден отпушивать линии. Так, пиявку замаксил, больше стан, больше тройку, чем мне нужен. Мне достаточно сейчас тройку фейт начать максить, чтобы фармить. Мне нужен, блин, еще будет купить, можно скорее. Слишком неудобно играть без него в этой игре. О. Это непробиваемый. Guys, come rush, come rush, come rush now. Okay, fuck it, fuck it. Oh, okay, we push the track, we can go. Сейчас бью я в калинку, чтобы Сладар повесил минус арму Рошана. После этого мы можем просто убить Рошана. Ну, хорошо делает инвизавр. Can you drop your items? I want you to let me mango. Понял. Значит, не дам.
непробиваемая иллюзия, это просто шок. Не знаю, типа, они очень пассивные играют. Сами видите, что они вообще ничего не делают, они просто стоят. Ну понятно, им нужно дать блинка Магнуса. Can you place a ward here? Let's help him. Where RP, guys? I try to silence. Just jump, guys, go. Лобл хороший. Yes. You can swap HP with me. I have tranquils. Okay. Как же они тупо не дерутся, они потом доджат нас. Это супер неприятно. Kill Naga, I can swap. He's hitting me, he's retarded, come. Detection, please. Не можем быть вовремя тут. Very RP, guys. Я там натарил, нет? Ой, блядь, какая игра веселая. Понимаете, вот можно мало делать, но побеждать просто потому, что противники боятся тебя и, типа, они боятся драться. Ты просто заходишь, делаешь все грамотно и не ошибаешься. Go back, this is not good anymore. Get mana and just blight. I'm TPing to the shrine, anyone wants to shrine, now we can go again. Well, let me farm bottom please, I need blink. Успеем. Золото берем. Oops. Okay, so I'm bring me Dragonlance from the base, I'm drawing drop it. Oh my fucking god. Just run here, I'm gonna take those two bounties. Run bottom, I still have ages, I'm super fucking strong. You guys don't know how strong I am. I know how strong, you're super fucking strong. I'm just gonna station again. Let's have global all. Yo, go fight, please, go fight. Yeah, go. I'm gonna run the cell. Okay. I'm still super strong, they don't know. They don't know? They're stupid, yeah, go. Come on, don't let this retard, he's retarded, he wants to kill the creeper. We see him. He wants to creep skip, but I don't care about him. He wants us to care about him, don't care about him. Come with me. Да, мне не просто не догнать его иллюзию. Ладно, это нормально. Мы заберем мид, в любом случае, у нас скрипы есть. Толстый крип скипнет. Угу, кто бы сделал, хорошо. F silence. Use blank. Ой, я silence нажал. Nice. Больно, сука. Нам очень неприятно драться. You can still fight. Okay. Ничего сложного, парни, просто стоишь за спиной и нажимаешь грамотно кнопочки. Чем я кнопочкой жужжал из-за записи на тройку из 10. Но в целом, типа, игра очень простая, просто потому что... Хороший герой, сильный герой. Я просто делаю грамотно и не поставляю, сделаю так, чтобы не умирать. Мне четверка Магнус, и он делает плохо. Я делаю чуть лучше. Потому что плюс Магнус на линии еще раз ловит.
ТС. Так, вот спамить, чтобы салат дать, если Магнус прыгнет. Хотя там типа есть микро. Ну, там есть микрошанс полета, время полета. Из-за этого я могу не успеть. Но в целом я жму вместо РП. Заранее просто жму под РП. Просто он сейчас мака будет прыгать, из этого не будет видно. Ну, спасибо за просмотр. Посмотрите сейчас ранги после игры, я офну запись. Скукота, конечно. Ну да ладно, зато фри победка. Сколько у меня сейчас? 6200 уже. Всем пока, парни. Ой, ранг забыл показать. Да. Вот и игра. Всем удачи, всем пока.